Terra Mobil дарит вам возможность купить автомобиль Renault по очень выгодной цене. Через 5 минут после начала встречи нефтяник заработал удаление. На реализацию большинства у Тароса ушло всего 9 секунд. Владислав Лукин с передачи Кирилла Цулыгина отправил шайбу под перекладину. Но середина второго периода показала, кто в этом поединке на льду главный. За каких-то полторы минуты нефтяник трижды поразил ворота Тароса. Сначала Умед Гильманов умело сыграл на добивании и сравнял счет. Еще через минуту отличился Александр Сумин. Выстрелом от синей линии защитник хозяев вновь оставил оборону гостей неудел и переиграл Павла Хомченко. Не успели нефтекамцы прийти в себя, как счет стал уже 3-1 в пользу нефтяника. Никита Ядроец без особых помех прошел от борта до пятака и завершил начатое, отправив шайбу в сетку. Гостям так и не удалось даже сократить отставание. Результат выездной серии – 2 поражения в 3 матчах и 2 очка из 9 возможных. Тарос опускается на 11-ю строку турнирной таблицы.